по нескольким линиям. Доложили Зеленскому, я уверен, доложили, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз закрутилось, вот поздно вечером опять позвонил президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела, готовы встречаться в Гомеле. Я говорю, хорошо, в Гомеле, так в Гомеле, если Минск для них очень плохо. Но он объяснил сегодня, почему Минск плохо. Да, мы готовы, пожалуйста, обеспечь, помоги. Да, не вопрос, это, говорю, больше нас касается даже, чем России. Рассказал, во сколько делегация приедет, там помочь. Мы все сделали, встретили российскую делегацию, отправили в Гомель, сопровождали там безопасность. За ночь губернатор, министр иностранных дел все сделал. Ждут или ждем. За ночь его пытались найти, нашли к утру Зеленского. Ну, возможно, ответ переговорим. Ну, и так доверительно, я уже могу это озвучить, ну, человек в неадеквате, цитата. Он не понимает, говорит, что происходит. Я говорю, ну вы, я чем могу вам помочь? Пожалуйста, переговорите с ним. Я жду ответа.